Ребята, всем приветик. Сегодня новый проект 2016 года Chevy Suburban LT Model. Такой удлиненный у меня так поезд. Громадный сарай такой. Вот, это страховая компания платит за эту работу. Здесь как бы не сильно, но работа есть. Работа есть. Бампер, фара, крыло, плавный переход на дверь, возможно, на стойку и капот. Вот, длиннющая машинка, аж в гараж не помещается. Ну что, начинаем разбирать, поехали, посмотрим, что там у нас дальше будет. Ребят, всем приветик, продолжаю работать над Chevy Suburban. Разобрал тут всю мордочку, полностью снял, вытащил крыло, здесь целая секция. Я смотрю, классно, свечи, зажигание менять, доступ вообще легкий. Вот, сейчас покрасил крыло, оно на улице вытащил, пусть подсохнет немножко, буду устанавливать его, покрасил внутри. Ну вот сегодня установлю, скорее всего, или завтра уже, в принципе, сегодня 4 вечера, достаточно на сегодня. Завтра установлю и завтра буду красить. Ну все, ребят, загоняем машину в камеру. Завтра у нас день покраски. Красим передний бампер, крыло и плавный переход на дверку. И стойку делаем. Вот эту стойку. Где-то здесь останавливаемся. Ребят, новый день, день покраски. Начинаю красить Chevy Suburban. Сейчас крыло прокрасил. Дверку я здесь буду делать плавный переход. Я ее пока бумагой заклеил, чтобы не было оверспрей. Оверспрей, ну, напыление краски. Вот. И сейчас я положил белый, основу белую. И сейчас подсохнет. Сниму бумагу с двери. И вот отсюда здесь будет плавный переход на стойку. Туда немножко напылю беленького. Ну и потом буду делать плавный металлик буду напылять. То же самое бампер. Бампер здесь был. Я монтировал в этом месте. Перекрыл грунтовку, праймер. Это оригинальный цвет сейчас. И буду, в общем, сейчас напылять металлик попозже чуть. Ну, как бы у нас сегодня вот так идет. Пока все по плану. Так, ну все, ребят, основу белый цвет я положил. Плавный переход на дверку сделал. Не видно. Не вижу, если на камеру видно, не видно. Отсвечивает. Вот. Здесь тоже слегка напылил. Вот эту стоечку и часть двери. Чтобы не отличалось резко. С капотом будет все хорошо. Это я уверен. С бампером нормально все будет переход. Вот. Сейчас самое главное хороший переход сделать металликом на дверь. И все будет супер. Ну что, поехали. Так, ребят, ну все, вроде покраска кончена, все блестит, сверкает. Завтра на улицу выгоним, сейчас дождь на улице, посмотрим, как на улице все. Немножко переход я вижу, неудачно получился, но на улице будет вообще просто идеально. Это я вижу. Ну ладно, все отлично. Ребят, всем приветик. Пятница, 17 число. Заканчиваю рабочий день. Еще одна машинка, мою копилочку. Закончил работу. Страховая компания оплачивала ремонт 16 года Chevy Suburban. Такой громадный. Это LT Model. Удлиненная модель. Вот это белый металлик цвет. Поменял крыло, фару, бампер отремонтировал. И плавный переход на дверь. Ну вот так получилось. Все вроде здорово. Так что машина остается на выходные в гараже. В понедельник ее отдаем клиенту. Все, ребят, хороших выходных с пятницей. Будем на связи. Пока-пока. Завтра едем на озеро отдыхать. Всем удачи. Bye.